Я хочу спросить своего американского коллегу. 13 тысяч человек погибших, о которых он упомянул, погибших на Донбассе, тоже Россию убили? Вам разве не известно, кто большая часть этих несчастных? Эти, большинство из них, это люди, которые погибли со стороны ДНР и ЛНР. Мой американский коллега упомянул о гибели в Ирпене журналиста Брента Рено, якобы от рук российских сил. Мы сожалеем о любых погибших в конфликте. Но хотел бы сделать два уточнения. Во-первых, он не журналист, это сразу же опровергла сама Нью-Йорк Таймс. А по интернету гуляет информация о том, что основной род его деятельности отнюдь не журналистика и филммейкинг. Это есть в открытом доступе. Во-вторых, Ирпень полностью контролируется вооруженными силами Украины и отрядами украинской теробороны. Судя по словам коллеги Рено, который выжил в ходе этого инцидента, именно они открыли огонь по их автомобилю.